Государственный архивный фонд Чувашии насчитывает свыше 2 700 000 единиц хранения. Это уникальное достояние, культурное наследие, которое нужно не только сохранять, но и широко использовать, чтобы жители Чувашии гордились своим прошлым, отметил в РИО главы республики. Очень важно создавать центры архивно-документальных материалов, которые бы рассказывали правду, фиксировали бы и давали возможность узнавать людям те героические моменты, которые совершались людьми, советским солдатам, людьми, которые работали в тылу. И в этой связи очень важна вот вся та работа, которую вы делаете. Руководитель региона также акцентировал внимание на необходимость повышать материально-техническую базу имеющихся учреждений хранения. Так, на целевые субсидии из республиканского бюджета архивисты смогли обновить специализированное программное обеспечение, благодаря чему теперь все госархивы республики подключены к единой базе данных. Так создается уникальный фонд оцифрованных документальных источников. Добрые слова хочется сказать архивистам Чувашии. Это коллектив высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих сохранность документального наследия родного края, формирование архивов современными документами, активно использующих документальные богатства на благо государства и общества. Сегодня документы госархивов республики часто используются при подготовке монографий, сборников, публикаций на краеведческую тему. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов. Республика.